тут. Давай, смотри по телепорту. Быстрый переход. Вот сюда мне надо. Советская база. Сейчас ее начнем шерстить, да? Так. Так, где-то здесь. Это исходная точка, блядь. Мы тут давно были уже. Так, дальше. Склеп. Куда идти, блядь? Ага. Блядь. Если я такие щели дальше буду видеть, я буду в них заходить, блядь. Так, а гробница где? Ой, склеп где-то тут. Он не обшарканный, я тут не был, блядь. Ну ничего нету, давай дальше. Грибы они мне нахуй не нужны. Монета, вот это уже интересно. Смотри, тут еще куча монет осталось, но что-то все не забирает. Кокос из Никеи, астроном. Дима, ничего. Тоже нихуя нету, да? Это мне не надо. Так, писанина есть. У каждого пророка должны быть последователи. Кокос из Никеи был для пророка одним из первых. В родном городе он был объявлен еретиком, и ему пришлось отправиться с паломниками на север. Знание движения небесных тел помогало им ориентироваться в пути. Рассказывают, что Кокос и Пророк могли часами сидеть под звездами и спорить о природе Вселенной, о тяжелой людской доле в этом мире. Он построил для Пророка модель звездного неба, чтобы даже сквозь зимнюю мглу тот мог любоваться ночным небом. Угу. И что? А, наверное, сюда надо вниз ебануться. Ну да. Так тут ничего нету. Ничего. Блять, а где же этот склеп ебучий, блядь? Он, блядь, где-то там. То нихуя нету. Я думал, что до пятой серии мы должны обшаркать все тут, блядь. Всю эту локацию ебаную. Ебать, а как я туда попаду, бля?
Или я вообще сюда зря зашел, блядь. Хуй его знает. По-моему, зря зашел, я не сюда пришел. Ну тут что-то было, типа, такие сокровища маленькие. А, ну смотри. А я, по-моему, отсюда пришел. Но он мне показывается белым, я его не зашарил, да. Это все-таки другая дырка, бля. А, ёпта, тут еще одна. Еще одна ходовочка. И. А почему он не меняет цвет, ёпта? Что за хуйня? Он должен мне был. Что? Сейчас я поищу, поставлю на базу. Ой, блядь. Давай думать, короче, я хуй его знаю. Давай по шарикам еще тут чуть-чуть. Если нихуя не найдем, я нахуй уйду отсюда туда. А я был тут, блядь? Бля, я тут не был, блядь. Ну-ка, подожди. Значит, тут еще какие-то дырки есть, ебать, я не был. В натуре. Давай поищем. Так. О, ёптвать, вот он, блядь. Вот он, пидор, блядь. Я уже отчаялся, типа, нету нихуя, блядь. Оказывается, есть, блядь. Ну что, открываем гробницу. Деталь древнего лука. Да хули один лук попадается, нахуй мне нужен, блядь. Все, пойдем отсюда. Кстати, мы полностью вычистили вообще все по пизде отсюда. Так, давай дальше, вот эту хуйню давай. Там еще телепорт есть, кстати, потом телепортнемся. Бля, где выход, ебать? А, вот он. Это еще. Блять, серьезно? Вот блядство, ёпта. Так. Вот
Здравствуйте. Так, а где лагерь? А вот, прям, блядь, за спиной был. Так, куда нам дальше, короче, смотрим. Так, это что за место, бля? Монолит. Ну, подожди, это телепортация. Базовый лагерь. Медоплавильный завод, блядь. Короче, сюда, медоплавильный завод. Быстрый переход. Во. Да, телепортнуться. Так, и здесь что мы тут имеем? Реликвия, вот, тут надо гранатометом бить нахуй, чтобы забрать ее. Я помню, где она находится. Так, это я читал, да? Да, читал. Так, гранат 6 штук, заебись, она крафтит, она находит, так, молодец. Блять, это где-то там, слышь. Ну я помню, как сюда залезать сейчас. Бля, ну здесь можно, в принципе, спрыгнуть, похуй вообще. Сейчас гранатомета ебанем. Ну это и все, да. Сейчас накопим на всю поебень, блядь, с вами. Тут она не залазит. Так, ладно, дальше идем. А, и... не взял. Ой, блядь, а это что, выше находится где-то? Блядь, сука. Не понял, блядь. А, в этой хуйне, я понял, блядь, сейчас. Флагов нигде нету, надо посмотреть, блин. Что там, что-то горит. Да, короче, где-то там. Да лезь ты, ёпта, что ты. Опа, че? Понято. Блять, смотри, на эту вышку можно запрыгнуть. С этой коробки, по-моему, блять. Да. Тихо. Тихо, ты так не дуркуй. Так, это мне сюда, да? Ага. И сюда, отлично. Тут у нас ничего нету. Здесь можно сигануть, блядь, но я не хочу сигать. Опа.
Сука. Все на смарку, блядь. Ебать. Нахуя так жить, блядь? Не, подожди, если такая хуйня получается. Нахуя он тогда веревку пустила там? Какой смысл? Ладно, сейчас я залезу туда, на паузу поставлю. Так, я долез. Блять. Блять, а к чему же ее привязать, сука? Вот это нихуя не канает. Подожди. Блять, интересно. И как же нам тогда поступить? Странная хуйня какая-то, блядь. А смысл тогда вот эта хуйня, ебать, слышь? Я нихуя не пойму, бля. А вот тут ничего нету такого. Блядь. Давай подумаем. Что делать, блядь? Понятно. Понятно. Тогда проблем у нас не будет, все. Бля, ну до туда добираться, пиздец, конечно. Ну хуй с ним, сейчас быстро доберем. Так. Я там, короче, эту хуйню выдернул. Сейчас там дырка будет. Бам. А дырка будет. Вот она, эта дырка, ебать. Ты нахуй, ты на трос залезла, блядь. О. Орден Красного Знамени. Один из высших орденов. Но он специально испорчен. Наверное, его обладатель опозорил себя. Почему испорчен? Это просто изодрано. Так, заебись. Сожжены советские агиоплакаты, блядь. Тут еще и агиоплакаты надо искать. Ебать. Давай поищем, я хуй знаю, где они. Где они могут быть, блядь. Ну это очень далеко находится хуйня.
А, ну вот первый. Бля, как стрелы делать, бля. Блять, как огонь делать? Я забыл, блять. Во. Так, ну один есть. А тут есть что-нибудь наверху? О, карта, нихуя себе. Я сюда не залезал, блядь. Найдены секреты, блядь. Ну да я уже что-то пособирал, хули тут. Это секреты-то. Блядь, залезь. Ты заебала в натуре, блядь. Я где-то видел, да, плакаты эти ебучие, надо их поискать. Давай, как бы найду, возобновлю. Так, нашел один, вот он. Плакатик. Еще три штука. Еще далее. Это пошитка какая-то, да? Болты. Так, еще плакаты. В эту чипсона откуда-то взялись, блядь. Да поддох. Нахуй тебе. А что это какие-то фишки показывают? Где-то там, блядь, друзья. Ой, это я вообще в другую куда-то сторону попал, блядь. Какой-то мне хуй занес. Аж подлетел, бля. Короче, я хуй знает, что-то я вернулся опять. Где тут флаг? Тут надо флаг еще найти. Вот здесь у нас флаг не разведан. Ну-ка, подожди, а это что такое? А, это типа сюда. Ладно, давай сейчас потусуюсь, пока на позу поставлю, может флаг найду. Бля, опять задание просит, бля. Птица должна была принести отчет о передвижениях захватчиков. Нам жизненно важно оставаться на шаг впереди них. Но чертова птаха потерялась из-за радиовышки. Какие бы волны ни испускала эта дрянь, чувство направления у птиц она сбивает. Наш информатор убит. Нам нужно получить эти данные, чтобы его смерть не была напрасной. Я знаю, ты можешь выследить эту чертову ворону не хуже любого охотника. Сделаешь это. Давай, ёпта. Сделаю все, что смогу. Буду очень признателен. Фоним, это признательность и нахуй шатал, блядь. Блять, а где флаг-то, ебаная? Вот и все. Какое-то легкое задание. Да, ёпта. Ты нашла птицу? Я наконец-то нашла твою птичку. Вот сообщение. Так, то, что надо. Пути снабжения, маршруты патрулей. Устроим засаду. Мы в долгу перед тобой, Лара. Все мы. Дульное сужение дробовика. У нас дробовика нету, блядь.
Так, ну одно побочное задание тут осталось, нахуй. Так, давай я флаг порыщу, короче, возобновлю, как найду, ебать. Давай. Так, а эту я не могу дальше до сих пор читать. Да, подойдем. Или я прочитал уже, да? А, ну ладно. Ладно, иду, короче, задание попытаюсь побочное взять. Блять, она где-то хуй просышь, буду искать. А вот последний флаг у этого типа, ёпта. Все. 2000 кредитов. Что с ними делать? Хуй его знает. Так а что можно купить-то? Блять, там на дробовик покопить. Так, задание это где-то тут, побочное. Ниже, да. Еще ниже. Че, я нихуя не пойму, пещера идет, что ли? Может тут? Да нахуй где-то в недрах, я не знаю где, блядь. А, это склеп, он мне нахуй не нужен. А это где-то внизу получается, блядь. Блять, и как туда попасть? Фу, какой-то пидор в пещере засел, ищи его, блядь. Пидорасы, блядь. Вот где он, блядь? Он... Где угодно может быть, сука. Может тут где-то, не? Блин, смотри, какая-то... А, вот. А, может тут? Ебать, я не знаю, блядь. Я хуею. Куда они приныкали задание-то, твари, блядь? А он там где-то горит, а там где, там хуй его знает. Что это за задание-то? Доступное задание, блядь. А не в это, не в гробнице ли случаем? Этот пидор поселился, блядь. Ну смотри, она показывает внизу, значит что? Получается, что вот колодец только ведет вниз. Вот эту. Где мы гробницу? Может здесь хуй, я не знаю. Давай глянем. Нет. Не здесь. Ладно, короче, потом сейчас подождите. На паузу поставлю. Блять, по-моему, здесь, наверное, на. Хуй, я уже все осмотрел. Во. Вот, ёптвать, слышь. Так это пиздец, слышь, это хуйня. А, ты вернулась. Это кстати. Чё тебе? Привет. Красные бежали отсюда в спешке. В долине осталось много всякого хлама. Да. Он может пригодиться. Я готова помочь. Что нужно делать?
Первым делом нужно узнать, сколько возможно, о захватчиках. Нужна любая информация. Отправляйся в старую тюрьму. Врать не буду, там опасно. Но информация того стоит. Так ты поможешь? Да, это хули последний задам. О, винтовочный глушитель, вообще найс. Буду ждать здесь. И спасибо. Олени сбиваются вместе под деревьями во время дождя. Удачное время для охоты, если не боишься вымокнуть. Бля, опять что в ту тюрьму ебашить? Ну, а можно туда телепортнуться, ебай? А, ну сейчас телепортнемся, хуйня. Давай лагерь сейчас ебанем побыстрее, чтобы пеш-пешим не бежать, нахуй. Я просто не хочу туда идти. Вручную. Вот это задание. Карты, смотри, опять нашел. Ах, хули тут. Нету ничего. Я мы в тюрьму телепортнемся, хуйня вообще. Как эта локация называется, куда мне надо идти? Тюремный лагерь, ну я понял. Давай туда тпшимся. Блять, это задание реально трудно было найти, я ебал, честно. Тюремный лагерь. Во. Быстрый переход. Пошло. А. Бля, кстати, здесь могут быть эти агитационные плакаты, бля. Тут ничего нету. Да нахуй выкинули, бля. Что это? Ага. Не, здесь агитационных плакатов. Нема. Я правильно иду? Не, мне, блядь, наоборот, в обратную сторону. Так, а тут хуй пройду я, наверное, да? Блять, это все пидорас, все в обход придется идти, блять. Это ж так нудно, блять. Ой, блять. Так, а как стрелы создавать, блять? А, на колесико, я понял. Ну, чтобы сразу сжечь, нахуй, чтобы не тупить. Да, ну надо сегодня дошаркать эту всю локацию, бля, буду, надо дошаркать, блядь.
Что это такое? Нет, не берет. И куда мне идти, бля? А, я тут, она не пройдет. Нихуя непонятно, блядь. О, типа показывают мне, как добраться, блядь. Ладно, что, пойдем. А, вот. Да, блядь, что ты вязнешь в снегу, нахуй? А, лезть все туда. Да нахуй ты взять канистру взяла, ёпта. Ходит, поеби. Скоро дробовик купим, кстати. Блять, ну заставили поебаться меня. Все. Теперь это надо отдать, да? Конечно. А эта серия 40 секунд минут займет. Я, короче, хочу вернуться обратно, чтобы по телепорту слепаться нам. Тем более тут нету этой, блядь. Как его? А, блядь, забыл. Я только сейчас знал, забыл, блядь. Эту сугробу, бля.
Так, где эти хаврики? Где-то за памятником, блядь. Ой, блядь, как далеко-то я приземлился, ебать. Так, где эта пещера, ебаная? Ну-ка, блядь. Да, где-то должна быть рядом. Вот она. Ну, вообще, в принципе, ничего сложного. Просто хуй догадаешься. Вот эта пещера. Вот она. Чуваки, квест принимайте и расписывайтесь. Что тут? Кажется, ты это искал. Да. Да. Это поможет нам спланировать сопротивление. Благодарю тебя за помощь. Вот, возьми. И будь осторожна. Долина опасна даже в спокойные времена. Привет. Нормально. Используй завесы во время охоты. Да я слышал это. Все, давай, чуваки, короче, это все заканчиваем. Продолжим свою серию.